Всем большой обывательский привет, уважаемые. Это очередная часть Tom Clancy's The Division 2 с дополнением «Воитель Нью-Йорка», но до них еще очень далеко. Агент у нас только к 11 уровню приближается. Ну и давайте дальше продолжать прохождение сюжета и побочных заданий. Я не знаю, в принципе, контрольные точки, захват можно, конечно, показать, то есть как бы во всех районах. Ну а дальше уже просто вот я сейчас первым агентом нахожусь на 5-м глобальном событии. И там, ну, как сказать, все одно и то же. Единственное, это проекты, то есть как бы по захватить музей Viewpoint, допустим, на режиме не ниже высокого, а потом ежедневно там, допустим, захватить тот же музей Viewpoint, но в режиме испытания или героическом режиме. Ну, открылись новые области, конечно, это все прикольно, это интересно. Снаряжение эксклюзивное. Сеты уже, соответственно, совершенно другие. Характеристики вооружений совершенно другие. Вот. Ну, а так, как бы, вообще давно, где-то 49 дней не было, ничего не выходило у меня на канале, потому что я сначала был в отпуске, потом меня поглотила игра Days Gone. Одну часть я выложил, у меня там сохранения похерились, чтобы выкладывать заново, пришлось ее пройти всю, и я сейчас собираюсь ее по второму разу, новая игра плюс, делать. И тогда вот продолжу выкладывать летсплей Days Gone. Потом купил за полцены Ведьмака 3. Что-то раньше я в нее гонял, но что-то она меня как-то не привлекала, не завлекала, не цепляла. А сейчас, то есть как бы я раскусил ее, она мне очень зашла, и я вот в ней пропадаю ночами и днями. Отпуск у меня продолжается, последние 2 дня у меня остались, и я выйду на работу, и возможно, то есть как бы, вернее, невозможно, а скорее всего, как сказать, регулярность летсплеев, то есть как бы придет в норму, а так просто как бы, не знаю. В общем, залипал в игрухах. Я надеюсь, что у вас все замечательно, и вы все живы и здоровы, крепки телом и душой. Все, вступительную часть я закончил, то есть как бы вступление, такой небольшой пролог я объяснился перед вами. Ну и давайте, у нас сейчас операция «Музей американской истории». Ну вот я предлагаю, как раз это сюжетная ветка, основная операция. Получите данные допросов в тюрьме истинных сынов. Музей американской истории. Что-то я не понимаю, при чем здесь тогда тюрьма? Ну да ладно. Давайте будем посмотреть. Давайте будем посмотреть, как это будет получаться все. Это наши, не наши? А это не наши стоят-то. Сейчас мы их поминусуем. Ну, конечно, вот сейчас у меня перс 30 уровня. И играть вот этим десятюнчиком, конечно. Зеленые бегают. Что это такое? Thank you.
Ах ты пес смердячий. Все, всех спасли. Так что вот так вот, то есть как бы на 30 уровне, конечно, интересно, там вообще, то есть героический уровень, это, то есть одному не вытащить вообще, то есть это надо подбирать игроков, вот как здесь, да, аж нажимать, подбор игроков и с кем-то идти, то есть как бы, и мало того, героический уровень, а если ты где-то в середине, а обиднее всего, если перед самым концом где-то тебя зажмурили, то есть как бы, то ты начинаешь не от контрольной точки, а начинаешь миссию с самого начала. И это, ну, на то он и героический, в принципе, уровень. Так, операция поселения театра, сюжет. Уровень противников 8, мы 10, практически 11 уровня. Так, твоя цель — заметки и протокол за несколько месяцев допросов пленных. Вся информация хранится в ноутбуке военного образца на складе, на нижнем этаже. Все, так коротенько объяснил. Ну чё, поехали тогда. В башку сразу. Surprise, motherfucker! We gotta work together! Yeah! Asshole! You just killed your true son! Ну чё ты... Даже не это... Возгорания не произошло никакого. Ну давай, залазь. Ну вот так вот. А здесь на 10-м, конечно, это уже, конечно, после 30-го, это как бы, я даже не знаю. На изи. Особенно по сюжет, то есть как бы. Но с другой стороны, у меня там шкала брони, там хер знает сколько, я не знаю, там, блин, наверное, 35 черенков. А тут, блин, с такой броней, конечно. Сперва нужно выпустить пленников, чтобы отвлечь истинных сынов. Где-то там должен быть охранный терминал. Ну, посмотрим, где-то там, там это где. Зеленая мол, сейчас в сети. Так. Ну и вообще, конечно, то есть с бойцами, особенно как бы с соотечественниками, прикольно. Ну хотя и с иностранцами тоже прикольно гонять. Но со своими по чату, то есть как бы я английский знаю, но как бы плоховато. И иной раз я понимаю, но я не могу им ответить, потому как, ну, на слух я могу понимать, чё, а как самому писать, отвечать, я, мне знаний не хватает. Чё, всё, что ли? Уже всех... Охранный терминал должен быть где-то рядом. Оглядись. Да я уже вижу. Я огляделся. Ну и, в общем, с ребятами, короче, прикольно гонять. Зачетно. Ну и, опять же, где там зажмурили тебя, да, то есть, как бы, там подбегают ребята, реанимируют тебя. То есть, такая вот тесная взаимовыручка. Это четко. Многообещающе. Подключи к нему Исаак. Или как там, Исаак. Так, клетки открыты. Доберитесь до помещения архива, 36 метров. О, Рождество прошедшее. Ничего у вас тут, ништяков для меня никаких. 10 уровень. Берем что. Палят меня, суки. Все,
Все, все готовы. Ну чё-то как-то вообще на изи. А там что-нибудь есть? Ну и опять же, там со временем же открывается калибровочный стол. То есть можно в это как у обмундирование и вооружение калибровать под свой вкус. Ну, у меня заточка, то есть как бы основным параметром я везде ставлю броню. Ну, за исключением вооружения. То есть у меня, допустим, там жилет там или наколенники, 42 тысячи брони, то есть как бы все это выливается как раз все во все эти многочисленные черенки брони. Опять же, я из этого эксклюзивного вооружения, мне очень зашла броня восьмерки и тузы. Она как раз заточена под снайперку. А, пулеметик. Мобильное устройство где-то, что ли? Это что такое желтое? Откуда тут ключ взялся? This court determines that you, Colonel Antoine Ridgway, have been found guilty of violating the Uniform Code of Military Justice for the crimes of unlawful detention, failure to obey an order or regulation, and murder. You will therefore be stripped of all ranks and titles pertaining to your service in the armed forces. Вы хотите произнести последнее слово? Mr. Ridgway, would you like to make a final statement? Very well. Походу не стал он последнее слово использовать. Блин, башка так заманчиво торчала и промахнулся. А на тебя мин не хватило, да? Какие тачки стоят в музее. Чё тут, короче, за стенд? Прикольно так вот фотографии чуваки делают. Так, чё это за музло-то опять заиграло? Доктаришка какой-то. Сам дай. Ух ты, обошли уже нахер. А вчера купил в Epic Games Store за полцены, за 749 рублей, GTA 5. Блин, она 13-го года, блин, и до сих пор рулит, короче.
GTA 5 Premium Edition с GTA Online. Буду для себя открывать GTA Online. Что такое GTA Online, короче? Думаю, в натуре GTA 6 нахер еще и хер знает сколько, наверное, не дождешься, потому что GTA 5 онлайн приносит им бабосы постоянно. И у них нет никакой мотивации делать шестую часть. Хотя мне, конечно, сюжетом мне очень нравилось. Пятая. Как бы первую, вторую, третью и четвертую я не особо, а вот пятая мне понравилась. Особенно этот бешеный придурок. Себе оставь свою гранату. О, желтый прибежал, нифига себе. С этим будет жестко. Бегают, короче, блять, туда-сюда. Так, зачистили. Пища. 22 единицы. И все равно вот GTA 5 13 года у меня видюха, короче, это какого? 8-ядерный процессор, нахер, блять, видюха. Это какого? 8 гигов видеопамяти, то есть как бы 2070 супер RTX Gaming. Поставил все на максимум, блин, и играешь, короче, чувак выходит на улицу, и у меня там начинает, короче, там это как у вентилятора херачить нахрен. Думаю, блин, елки-моталки, игре 8 лет. Где она обнаружена тобой? Где ты обнаружил? Электроник девайс. Блин, ушел за мешки. А сейчас я его встречу, это подкрепление. Че я тут воробей стрельный уже? Ну все, хер там сейчас засядет и будет сидеть постреливать. Вертолет какой-то трещит. А, ты пришел ко мне. Уже замечательно. Че, все? О, какой чувак бежит. С гранатометом, сука. Так, зажмурили.
все, короче. Hasta la vista. Just lost the camera feed from the holding area. There was a bright flash and the Vietnam War. Вьетнамская война. Патриотизм и про тест. Протесты и патриотизм. Типа того. Так, доберитесь до помещения архива. Сейчас мы доберемся до него. Вот этот, типа, обнаружил. Электроник девайс. Куда вот это я попаду? Есть тут что вообще? Хрена лысого тут. Или мы теряем солдат, или мы теряем контроль. Это война, солдат. Еще одно. Хер ли ты мне не сказал-то? Электроник девайс. Так, а сейчас у меня что? 2404. А, вот у меня, в принципе, винтовка 683. Так что это всю, короче, херь можно... Ну ладно, не буду я всем этим заниматься. Там что, короче, может на проектах кому надо будет отдать. Ух ты, ёшкин кот. Гиены с истинными сынами что ли херачутся? Да, они между собой херачутся. Можно, может, даже и не мешать им. Окружают. Нихера себе. No!
Пойду я все, короче, обойду. На предмет того, не провафлил чего. Один ключ истинных сынов у меня есть. Так. Что там есть, что? Ни хрена тут нет. Но все равно проверить стоило. И Ведьмака, короче, то есть как бы тоже сколько ей, 6 лет уже, то есть этой игрухи. Вчера проходил квест хозяйки леса, то есть я увидел там на каких-то там этих кривоухих топях, ну, болотах, трех ведьм, хозяйки леса, типа того. Ну, блин, я вот сравниваю с Обливионом, то есть, как бы, ну, игрухи что та, что это фэнтези, да, то есть, ну, только тут определенный персонаж ведьмак, а там и с Ирасу и самого персонажа с умениями. Ну, там при у Ведьмака тоже, в принципе, умения мы выбираем какие. Ну, конечно, это... Я к тому и веду, что игрухи-то хоть и фэнтезийные обе, но абсолютно, то есть, как бы... разные впечатления от прохождения этой игры. Блин, вот я не люблю пулеметчиков. В связи с этим как залягут нахер. Вот он опять прилег нахер. Че, ребята, запыхались, бежали ко мне. Пока его выцеливаешь, он тебе всю броню захерить может. 11 уровень. 290 здоровья. Уровень создания предметов увеличен. Одна спецтехнология. Контейнер опытного агента. Ну-ка, что там нам в контейнер дали? Тактические штурмовые перчатки. Снайперский удар. 4223. Во. В контейнере с одеждой. Что там, короче? Во, нифига себе, золото. Первоклассное должно быть. Блять, такие говнодавы. Не, нахер, я в таких не хочу ходить. Так, у этой сколько у нас? А, это золотая. Ну, по-любому эту, короче. Какие у нас там модификации есть? Так. Идеальная реформация. Талант у нее уже есть. Попадание в голову дают 40% к ремонту от навыков сроком на 15 секунд. Так, точность... Ну, у нас стабильности тогда добавим. Так, что для этого есть? Только рукоятка. Так. Нет, прицел, короче. Вот такой пускай будет. Или вот эту оптимальную дальность увеличим лучше. Так. Да пускай родное у нее будет. Промзона, снайперский удар. Прикольно, прикольно, золотишко получили. Хочешь нанять меня к себе снайпером, Риджвей?
Ну попробуй меня убедить. С учетом твоей репутации это может быть вредно для моего здоровья. Капитан Брикс. Так. По снаряге. Что тут по снаряге? 6. 490, 510. Урон от оружия 1,3 у синего, а у зеленого 1,2. Ну да, у синего таймом по, у синего получше должно быть по любасу. Так, а чё, короче? 1,1 шанс критического попадания, 1,2 урон от выстрела в голову, 1,3 урон от оружия. А у этого одна характеристика, две характеристики. Основная 1,2 урон от оружия и эргономичность. Давай намордник снимем, сменим, вернее. Что это ДХ было, то есть как бы нам нужен сет из вот этих. Так, рюкзаков нету. Разгрузка. А, разгрузка. Это 8 уровень. Ну, синяя по-любому. Так. 11 уровень. А у меня есть Петров? Есть, но хуже. Ну, пусть будет Петров тогда. Так, 15% урона от выстрела в голову, 10% шанс критического попадания. Так, тогда сет будет другой. 15% урона от критического попадания, если я сейчас это одену. Пускай пока это остается. Там из модификаций для турели нет ничего, для, о, для этой есть. Так, ну хоть так. Ну-ка, заценим снайперский удар. Ну чё, зачет, зачет. Так, прорвитесь через подкрепление истинных сынов. Прорвемся, сказали опера. И от этих вот лесных хозяек, да, хозяек леса, этих ведьм, то есть настолько колоритно их, короче, то есть как бы воплотили в игре, то есть меня они просто поразили, то есть как бы, думаю, блин, хера себе такие стрёмные бабки нахер, то есть, блин, зачет полякам, то есть, и кто там, какая это компания занималась разработкой этой игры, по-моему, это те, которые сейчас вот выпустили Киберпук 2077, который у меня в Стиме бесполезным балластом лежит. Я, конечно, патч его установил, то есть как бы, они там DLC уже какие-то обещают. Так, а где, короче, вся эта херня-то, где вы вообще? А, вон они, ходят. Так, а никуда тут нельзя забраться-то? Повыше тоже, чтобы с высоты вас щелкать. Ну давай сюда что-то. Давай гаси его. Ну и все, это заключительная часть этой миссии. Нормально. Вот он, капитан Брикс-то. Нормально она глушит.
Блин, у тебя там что, гранатомёт, что ли? Или, а ты мне яд, что ли, так выпустил? Странно, баллон не взорвался. Гадость мне какую-то тут отраву присылает. Капитан Брикс благополучно зажмурился. Противника нет, все чисто. Эти разведданные очень пригодятся сейчас Одессе, а в будущем и всем нам. К тому же давно уже пора было. Хочешь прокачать навыки, зайди ко мне. Зайдем. Давай, покажи. Долго мы вас, тараканов, терпели. Хотели с вами подружиться, но вы плюнули нам в лицо. Мы вам потакали даже чересчур. Моя смерть вам ничего не даст. Они выберут нового лидера, прошу. Мы тебя не убьем. Мы решили, нужно дать тебе шанс. Крутни два раза. За каждый ваш отказ выживешь, отпустим. Я вам все возмещу, клянусь, только отпустите. Два раза. Или медленная смерть. Выбирай. Вы думали, я одним патроном заряжу? Черт, меня забрызгал. Так, эту миссию мы прошли. Что это у нас было? Это у нас был музей американской истории, по-моему, если мне не изменяет память. Так, надо подобрать нам теперь миссию следующую. Что у нас там? На побочная операция спецотряда. Место крушения дрона. Это что такое? Заказчик. Заказчик. Побочки, что ли? А, это в Белом доме, короче, заказы будут давать. Это на 17 уровне. А, во. Так. 11 уровень, как раз для нас. Побочка. Истинные сыны захватили контрольную точку в Национальной аллее. Там у них контейнер с нашей техникой. За ним отправился агент Брукс, но он не выходит на связь. Отыщи его и забери контейнер. Окей, ну чё, вот это можно заняться, то есть как бы. Чертеж, сегментированный 9-миллиметровый магазин. Ну вот, тогда на ней там и увидимся. Looks like the True Sons are using this control point as some kind of supply depot. Not many guards, but the place is locked down. Then we need another way in. Agent, this control point is built over an underground parking lot. Should be pedestrian access to the lower levels. Look for an elevator. Ну вот мы и на месте. Пойдем чухать. Куда пропал агент? Так, я понимаю, это сюда нам. Got a live broadcast here, agent. Patching you through. This is Agent Brooks to friendly units. The True Sons have me pinned down. I require assistance. Нужна помощь, понятно.
Зажали Брукса. Я уже иду, Брукс. Сейчас только детские носки, компоненты соберу. Антибиотики. Керамику. Берет вперед. Загнали в угол, суки. Но могло быть и хуже. Я очень вовремя. So what's going on? We have division agents on site. We've got a shot at taking this control point. If your operatives can help, we'd really appreciate some assistance. Shit. All right. Agent, get to the surface and help the civilians. But watch your six. I've already had one agent put out of action in this place. Can't afford to lose another. Так, контрольную точку, чтобы помочь им штурмовать. О, спецпатроны. Разрывные тридцаточка. Во как окружают шустро. Блин, сука, блять. Стреляешь, в тебя стреляешь, вроде в тебя. И ты все живешь нахер. Вот, в нее же стрелял.
наши. А где там-то? Внизу. Я что-то не догоняю. Мне заново вниз, что ли, спускаться надо? Какой-то хер там заныкался нахер. И теперь рассекретился, что ли? Да пипец вообще. Херею, блять. Ну вот я сюда пришел, чё? Путаете только нахер, блять, меня. Херак, блять, наверх теперь показывают. Слов нет, сука, блять. Какой-то там хуепутало бегает, блять. Недобиток. Откуда ты взялся-то нахер? И стоит такой вафли жует здесь. Ну теперь-то, блять, куда нахер? Точка показывает, но я удаляюсь от сканирования. Боеприпасы, оружие, органика. Откуда они попрут? Сколько же вас? Как шустро переместился. Че, я перекинул гранату?
Ну, давай. Thanks for the assistance there. Glad we could help out. Agent, get that Shade Tech cash back to the White House. We'll turn it into something you can use in the field. Что-нибудь полезное мне сделаете? Отлично. На дробовик тогда. Разрывные и зажигательные. Так, куда нам теперь пойти? Догорел. Так, ну что там у нас на карте? Так, основная сюжетка. Истинные сыны захватили старый склад ОТГ в аэрокосмическом музее. Они превратили его в импровизированную фабрику боеприпасов. Это надо прекратить. За ворот тебя впустят. Одна из истинных сынов решила выйти из их отрядов и связалась с нами. Ну что, увидимся тогда вот возле аэрокосмического музея. Эта операция проводится для театра. Увидимся там. Ну вот мы перед аэрокосмическим музеем. Операция «Поселение театр», сюжетная линия. Уровень противника 9. У нас сейчас 11 уровень. У нас без всяких контейнеры мы открыли. Сет так и не собрали. Давай, открывай, что ты там нахер делись. Проще всего войти по пандусу, ведущему на автостоянку, что ли? Где ты там? А сама, короче, дёру. Осторожней, ты сейчас всю мне броню похеришь. Снайпер. Мы теряем людей. Сука. Кто? Еще один снайпер. Блять, сколько у вас тут недобитков? Так, чё, где входить-то? Так, здесь ничего нет. Осмотреться.
насморишься тут, пожалуй. Тот недобиток не зажмурился. We need to figure out what they're doing here. See if you can find any intel on their operation. Осмотреть сектор в поисках разведданных. Electronic device detected. Seems like these guys are salvaging and repurposing. Они выдирают отсюда все, что можно, и переиначивают под свои нужды. Где-то телефон, короче. Что, типа, можно по веревке подняться, а можно по лестнице? Да. Павильон номер один. Гранатометчик. Сучий потрох. Где ты там? А, орёшь-то. В спину мне кидаешь, сука. Все. А как их отключить? Выстрелом? Эффективное отключение. Reinforcements incoming. Keep moving. We need to clear the next hall. Gotta stay out of firing range. Блин, сейчас бочку подорвут. Don't worry. When you're done fucking things up there, don't worry. Still got two halls to clear. Hostile
radio. Intercepted. Division's on my six! So cut through the planetarium. We gotta secure that ordnance. Humanity has been observing the planets for millennia. Ну где тут кто? Earth, the third rock from the sun. Our home may not be the center of our universe, but so far it is the only thing that can support life as we know it. Vast reaches of space. It's irrational to think that our little planet is the only place capable of creating and sustaining life. Oceans, oh, no, not him. Many of the elements found on Earth could only be hidden in the interior of a supernova. End of the line. Oh, right! While no other planet in our solar system sustained life, possible that the building blocks that allowed organisms to evolve from single-cell amoebas to прикольно. Аэрокосмический музей. Даже в игре прикольно. Такой бы я бы сходил бы на досуге. Блин, ну ведь... А, попал все-таки. Че, все? Прикольно, прикольно. У нас же, блять, прости, Юра, мы все просрали, блять. Такой потенциал был, блять, у державы, нахуй, блять. Предыдущий. Но не буду вдаваться, короче, в детали. Развал начался еще в 60-х. Если не раньше. Догнала она тебя все-таки. Gullies,
Although small quantities of this water vapor thin Martian atmosphere grinds in the Martian soil. Ух ты. В ногу тебя застрелил. Так, чё, всё? Будь здоров, спасибо. Так, раз броня не восстанавливается, значит, короче, это еще не все. Теперь все. Просканировать детали ракеты? Да без Б. Блять, сука. Immediate medical assistance needed. Затяжка оставалась. Не, нахер надо валить куда-то, блять. Короче, зажмурит. Мне-то кто прислал, интересно? Кого там нету? А, вот ты где. Райан Эйр в свободную игру зовет. Че, просканировали, да?
По-моему, он должен быть где-то здесь. Setting a recovery team. Link up with them and you'll be done there. Components identified. Suggested use. Missile construction. They must be using a casing from the museum's collection. If they can rig it with a warhead and some means of propulsion, they wouldn't even need a guidance system to hit the White House or a settlement. Kinda goes without saying, but if you see any missiles lying around, make sure they can never, ever be used. И я сюда же. Так, войти в мастерскую. Прекратить работу оружейного завода. That would be the missile then. Please neutralize that fucking thing by any means necessary. Damn it. The salvage crew just ran into those reinforcements. They need backup. Я один тут тащу, вот на Харченко, блять, все. В этом группа нахер столкнулась с подкреплением. Поддержка вам нужна. Охерели, что ли? Нет точки возрождения. Лейтенант Келли. Один доступ к навыкам, улучшение поселения, театр, 4 из 4, 30 тысяч опыта. Ну отлично, отлично. О, до 12 уровня прокачались. Что там у нас в контейнерах? В контейнере. Говно, короче. Ну, перчатки, может, еще ничего. Новые операции. А, кампус у нас появился теперь. Истинные сыны во всей своей красе. Так, ну чё? 14 уровень, рано ещё. The True Sons derailed a supply train and raided it.
12-й подходит. Спецмаяк. А это что такое желтое? В общем, надо, короче, это прокачивать себя, а потом идти, короче, на операции. Я тогда качну себя и увидимся на какой-нибудь. Ну, на этой точно не увидимся. Еще слишком сопливо. Ну вот на этой. Ну, уровень 12. Чертеж, жесткая трубчатая пружина. Истинные сына ограбили товарный поезд. Там, к тому же, был груз техники спецотряда. И, судя по сигналу, они его нашли. Ну, вот этим и займемся тогда. Вот этой побочной операции спецотряда. Там и увидимся. True Sons derailed a train near your location and have been picking it clean ever since. There's a Shade Tech cache on board. Seems like the True Sons have found it. Ну вот мы и на месте. Осмотреть обломки поезда. Идти к месту аварии поезда 10 метров. Там как раз ребятишки что-то, короче, чекают. Себе оставь ее, гранату. Кто-то я слышал там орал. Не, голда, конечно, уже получше намного. Откатился, что ли, дальше? Ну вот, а вы боялись. Даже юбки не помялись. А что туда маркеры показывают? А, типа они тут, тут и устроили обрушение. А что мне туда показывали? Вот это херли мне показывает. А, это этими маркерами, мол, типа, блядь, иди туда, потом оттуда туда. Ничего тут интересного у вас не сныкано? Thank you.
Ключиков нету. Где они орут? Во как там на двоих-то вас поприветствовали. А где тот-то? Хера себе просадил. Чё, а как туда попасть? Туда и не попасть никак. Ну там сраный рюкзак, по-моему, какой-то. Даже сквозь забор. Берется. The cache is close, Agent.
Оба-на. Понятно. Что-то там они никак не расслабятся. За ящики такой спрятался. Lost contact или контакт. Потерял объект. По идее, он должен... Где этот Беннет? Да ты пёс! Хера ты подобрался. Недобиток. Ну это типа и все, что ли? Забрать контейнер осталось.
Хорошо, что цены не смогли вскрыть контейнер. Замки у нас крепкие. Как сможешь, отнеси его на базу. Так, а там что было, нет? Кто тут орал? Каким-то нахер, блин, с крышкой от мусорного контейнера нахер. Непробиваемый. Ты там из лука, что ли, стреляешь? Прям, блять, Skyrim Oblivion. Да, вооруженец такое интересное, то есть как бы постапокалипсис, все, короче, с огнестрельным вооружением бегают. Одни истинные сыны, короче, бегают, блядь, с бачка, с крышками от мусорных контейнеров и с луками. Так, ну чё там, короче, у нас там рядышком что-то есть. Контрольная точка на пути. И... Центр космических исследований, операция спецотряда, сюжет, уровень 14. Да, 12 уровень-то, то есть как бы, ну, по крайней мере, интересно будет. Трофей босса, мастер-сержант Стив, малолетка Кирос, предмет снаряжения зеленый, говнище, короче. Зато модернизация операционной базы. Что за модернизация? Х, как говорится, З. Ну чё? Захватим контрольную точку. В этом отеле гиены пытались воплотить в реальность свои детские мечты о жизни рок-звёзд. Проще говоря, буянили. Теперь он ещё одно свидетельство бесцельности их погромов. Доступные запасы, материалы для создания предметов 10557. XP. Как говорил Юра Гагарин, поехали. Когда успели его там поставить? Медики появились. А, вот он ты, сучонок. А, блин, оживляет. Is there any way around? Got it.
Вот это да. Так, союзники приближаются. Где тут вражеский командир-то? Это тебя изгубило. Они, суки, от них отбегают. Отель «Безнадега» захвачено. Чё? А, вот. Я думал, нет ничего. Ну, отлично, отлично. No Name, зеленая, и Alps Summit, служебный жилет. Ну что там, сет-то какой-нибудь можно создать? Намордник один, рюкзак No Name. Короче, ни о чем.
Так, ладно. Контрольную захватили. Вперед на врага, центр космических исследований. С этим оборудованием что-то я провафлил, короче. Восстановить сеть спутников спецотряда. Ну, это надо, надо. Ну что, добежим или там увидимся? Там увидимся. Ну тогда там и увидимся. Что-то я пока это... Она сама должна начаться. Хер ли она не начинается. If we want to get Isaac back online across the country, we need to reconnect the local system to the satellite network. We should be able to do that at the NOAA headquarters building. Get to the control room. I can walk you through the process from there. О, 14 уровень чувствуется. О, уже и... брони нахер нету. Че у меня в тылу? А, эти со мной пошли. Ты только что убил истинного сына. Да. Если мне не изменяет память, то что-то должно быть. Походу, память мне изменила. Может, не здесь, может, тогда в другом месте. Ну, что-то тут должно быть, короче. Рожа байка, по-моему, должна быть. Ни хрена тут не должно быть, короче. Водичка. Аппаратная на самом верху. Portable electronic device detected. Блин. Жалко, гранатомета нахер нету. Херась, тут уже с базукой.
13 уровень. Сука. Блин, затяжка вообще. Ну давай. Недобиток. No name. А, не. Чё, есть-то вот у вас что-нибудь ещё интересное? Bull the King 26 вызывает в свободную игру. А чё, вниз-то никак не спуститься, да? Нижний уровень есть, но туда не спуститься. Как-то так непонятно. Electronic device, что-то я так и не это не помню, чтобы находил. О, в мусорке титан нашел. Кто-то пивные банки 0.33 находит, а я титан сразу. Вроде все обошли. Thank you.
Получить доступ к верхнему этажу. Сейчас тут будет жарко. Вообще этот пулеметик должен гикнуться, то есть я же этого снял, того, кто его устанавливал. Ну давай посиди, я перезаряжусь как раз тут. Отлично. Ну и что там вроде 13 уровня рюкзак. Качественная. Зелень обычная. 1169. А у меня есть эти якорьки-то еще где-нибудь? А, во. Контейнерок дали. Вот они, якорьки, как раз объявились. А, вот якорь у нас. 13 уровень, качественная. 1059. Восьмой 700. Ясен пень. А это можно разобрать. Волокно третьего класса. Providence Defense. Что за из вооружения? 20 патронов. 1089. Супротив 4227, округленно 1230. Это, конечно. А больше ничего такого особого-то и нет. Это 6128. Конечно, 6-патронный магазин. Это, конечно. Зелень, я считаю, вообще можно всю разобрать. Ну вот эти два совпадают, эти два совпадают. Что-то, короче, из этих надо подобрать. Так, где-то, короче, телефончик. И что мне это даст? Что это мне дало? То, что я его использовал. Где электроник девайс? Вашу медь. У меня было такое ощущение, что я его где-то слышал. Только может оно этажом выше кряхтит.
никто не видит. Так, ну тут мы вроде пробежались уже. Вот где оно жужжит? Себе оставь. Залег там за коробками. Давай перезарядимся. Ух ты. Падла. Heads up. I'm seeing hostile movement on the roof. Даже лимонад не дали. О, ружбайка. Так и не нашли мы никакого телефона. Блять, а это телевизоры трещат. Во, какая прикольная картина. Я так понимаю, это маслом все рисованное. Как много мы всего пропускаем, бегаем по играм и даже порой не обращаем внимания. Во, прикольно тоже. Control terminal offline. With the main terminal down, раз основной терминал вырублен, нам придется поработать. Попробую найти исправный. Че, терминал исправный или что? Что-то я нахер это не успел. О, вот он, нахрен, долгожданный телефон. Но я сомневаюсь, что у меня с первого этажа цеплял, короче, Исаак. Или как там, Исаак.
Будем подключаться вручную, потребуется хорошая антенна и рация. Найди их, потом выходи оттуда и отрегулируй спутниковые тарелки. У основания каждой должна быть консоль. А, я уже наверху. Вон я и чуваков вижу уже. Блин, чё? Я в стекло выстрелил. Только напряг их. Пускай он там стреляет, короче. Один хер, все ко мне подтянутся. Без меня им скучно. Шоковые боеприпасы. Ну че, есть тот кто? Я выслал координаты для тарелок через ИСАК. Это должно ускорить дело, хотя, конечно, каждую из них придется выравнивать по отдельности. А чё, я ж там нажимал уже. Вот чем это опасно. Могут в спину насувать. Блин, он меня так и зажмурить может. Сейчас все задом, типа того, да? А, не, все, да? Одна из трех антенн направлена. Ах ты сука.
Все-таки сбил эти прицел-то, да? Офигеть, не ожидал я. Надеюсь, мне тут жопу-то не порвут на 1000 мелких медвежат, пока я ее направляю. Блин, еще бегут. Осталось найти передатчик. Да, чувствуется 14 уровень. Хотя разница в... Блин. Отличный стрелок. Еще до эвакуации комплекса здесь разместили УКВ-радиостанцию. Она где-то на нижних уровнях. Да, это вам нахер не спецтехнологию из поезда забрать. Как мне понравилось выражение в одной книжке. Это тебе, блять, не кашу по столу размазывать. Не кашу ложкой по столу размазывать.
Обычно у нас распространенное выражение. Да как два пальца об асфальт. А тут прям так вообще офигенно. Это тебе, блядь, не кашу ложкой по столу размазывать. А, вот мы, короче, и попали на нижний уровень, на который я хотел изначально-то попасть. Мол, типа удивлялся, а какого хера, блядь? Нижний уровень есть, но на него не попасть. Ничего я тут не пропустил. Угу. А это уже не открывается. Ух ты! Куда ты там лупишь-то нахер? Потерялся, что ли? Давай, будь на страже. Module has the transmitter we need to finalize communications with the satellites. Agent, activate the crane sequence, and we're in business. And we went business. А вдруг мне по щам ломанут? That's it. We should be able to extract the radio once it's docked. Да что ты? Патрончики, я вон там смотрю, неплохие. Охереть! Обалдеть! Сука. Вот я знал, вот я как знал нахер. Сопровождайте модуль.
чё граната-то у тебя не выпала? Где они тут, эти патроны? То есть просадили всю броню, пока ящик открывал. Жаль. Хера себе, из базуки. Фига себе. Где он? Давай, кровотечение. Чё, крякнул?
loud and clear. Отлично. Все дистанцию разрывает. Ну ты. Ну давай уже. Так, места возрождения нету. Куда бы поставить, короче, пулемет-то? Получше. All right. This will extract the transmitter from the module and connect it to the rest of the facility. Then we can link up with the division satellites. Мне, наверное, готовиться нужно к новому. Оба-на. Ну что, сука, не ждал? Хера себе, бля, в жопу кто тут, блядь, херачивает. Компани. Где они там? Хера себе, гранатометчик нахер. А, вон он, херопутал. Давай кровью там истекай. Хера он бегает. Спину бегут, что ли? Где кто? Отсюда щемят. Охренеть. Я что-то никак не пойму, откуда он мне накидывает-то.
там сыкать, ну как-то сидеть нахрен, сейчас в спину выйдут нахер как. Точки возрождения нету. Все, вытащили. Это модификация, походу. Тоже модификация. Спутниковая сеть восстановлена, я вышлю отряд за передатчиком. Отличная работа. Good job. Модернизация операционной базы, 14 уровень. Что там в контейнере? Опять шляпа какая-нибудь. Угу. Ну... ну, конечно, 14 это будет получше. 1,6 урона от оружия получше. Ноунейм, нахер. Десятый. Так. Что тут? А, там не для этого модификатор. Ну, зыркануть можно. Ничего не добавляется. Одна. Ничего нового. Ничего нового. Так. Name. Ой, блин. Почему воспроизвести нельзя? Mm-hmm.
вспоминаю я эти машинки. Или как они там, роботы. А, дед Штакет. Прикольно. Так, у него 496-й, короче, левел снаряжения, а у меня 14-й уровень всего лишь. Блин. Incredible improvements lately. White House hasn't felt as secure since the lockdown. The basement has been converted into a workshop, fully equipped with drills, saws, and metal. Сверла, пилы, резаки по металлу. Механики конструируют новое снаряжение. Добытые боеприпасы, детали и инструменты позволят улучшить снаряжение агентов. Арсенал растет день ото дня, и нам нужны оружейники. Сеть спецотряда почти заработала. Мы надеемся подключиться и к национальной сети. Белый дом больше не напоминает нам о нашем крахе. Теперь это символ надежды.